Всем привет, это Каштанов, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет долгожданная реакция на «Сержант Братан» 9 серия. А, как мы все помним, 8 серия была очень насыщена актерской игрой и такой прям драматургией, то есть там главный герой, он же самый сержант, да, показал себя просто вообще во всей красе, да, что касаемо актерской игры, подачи, ну и вообще в целом было очень интересно за ним наблюдать. Ссылка на 8 серию будет в описании, также на все остальные серии с моей реакцией. И также вот здесь наверху появится тоже всплывающее окно с 8 серии. Так, ну все, давайте смотреть 9 серию. Прежде чем приступим, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, а также не забывайте про колокольчик уведомления. Кстати, на канале будет скоро 3000 подписчиков. Хотел бы сказать всем спасибо, кто смотрит, кто подписывается, кто не отписывается и кто вместе со мной смотрит все эти серии, клипы. Ну все, погнали смотреть. Всем привет, с вами снова Ержан Вайнс. Сегодня здорово, Ержан, здорово. Новый Вайн, но уж конца. Пока что Сержан Братан сериалы, жаңа сериясын көріңіздер. Астындағы сілтемеге өтсеңіздер, болды. Приятного просмотра. Спасибо. Так, но это не сержант, да? Что-то я не понял, у него разве такая бэха была? Она же у него гораздо старше. Я смотрю, братуха, у тебя духа выше крыши? Раз настрел с нами один приехал. А я смотрю, у тебя тоже духа дофига. Раз приезжаешь ко мне на разговор, всего с двумя быками. Это не кино снимает, да? Умник, давай по существу базарить. Ко мне какие претензии? В принципе, никаких претензий, кроме того, что ты тупой, как бревно. Да ну, блин. Герой, значит? А? На это что скажешь? Кто тупой? Не, ну мы все поняли, да, что это просто сержант снимается в кино. Кстати, он играет в фильме. Как-то как бы видно, что играет, да? А вот когда он в фильме как непосредственный сержант, прям ему веришь. Надеюсь, вы поняли, да, о чем я? Сорян. Раз ты настаиваешь, я поясню тебе, почему ты тупой. Даже не просто тупой, а очень тупой. И все, Адралар, сценарий даже Да заткнись! Говори же! Так заткнуться ли говорит? Говори! Ствол нельзя прижимать близко к голове. Нормально, человек нормально. Человек может увернуться, либо ствол у тебя отобрать. Целиться надо на безопасном расстоянии, метра полтора. Раз ты этого не знаешь, то ты беспонтовый бандит. Сука! Так, торпеды, быстро стволы на землю. Или вашему шефу жопа. Вот молодцы. Оказывается, вы не такие тупые, как ваш шеф. Так, теперь. Сняли штаны, быстро руки наверх. Какие штаны? Чё? Ну, снимать, ты чё? Блин, ребят, сорян, камеру задел. А ты чё разлёгся, как баба? Вставай. Так. Когда вы все успокоились, можно и побазарить. Короче,
Вагоны, которые вы хотели под себя подмять, они все под моим руководством. А вы что думали, я какой-то лох, да, которого можно нагнуть? Нет, ребят, так не получится. Кстати, нагнись. Все-все, нагнуться! Ко мне жопой! Видел? Это будет тебе уроком. Прежде чем набивать стрелку, наводи про меня справки. Сосом бданген лай вытрак бандит помаш. А за моральный ущерб я забираю ваш четкий джип. Это тебе не по плану, что ли? Стоп! Да, прикольный ход, прикольный. Красавчик, золото ты мое! Браво! Браво! Деткер, идем, идем, Лора. Подожди. Превосходно, гениально. То, что надо, с одного дубля. Дорахмет, конечно, я чуть-чуть там по-своему сделал, потому что по сценарию я почему-то даю заднюю. Нормально, да? Ну, ничего страшного. Там сценарист историю перепишет. Самое главное, это органично смотрится. Вот. Дим, Лаура, познакомься. Это сержант, это Лаура. Очень приятно. Да. Очень приятно, сержант. По сценарию у вас любовь. И поэтому мне хочется, чтобы вы проводили больше времени вместе. Мне бы хотелось увидеть между вами химию. Понимаете, да? Конечно. Химия. Так, ну тут все понятно, да? Походу, эта химия так и возникнет уже за пределами съемочной сцены, съемочного павильона. Ну, такой интересный заход, конечно, по-любому будет здесь что-то такое горяченькое. По поводу вот этой сцены, вообще круто, прям сержант прям вжился в роль. Роль в роли, да, такой двухуровневый такой фильм получается, фильм в фильме. И прям вообще неожиданно. То есть я поначалу подумал, что ну что-то так себе, а потом как бы вот это все завязалось. И прикольно, да, что вот эти вот спустить штаны, да. Но я так понимал, что я так понимаю, чтобы эти парни, да, быки там особо никуда не смогли быстренько дернуться. И вот этот вот пинок под жопу, ну такой, да, немного прям унизительный. То есть это прям конкретное унижение. И это прям такие реальные моменты, которые были, скорее всего, в те годы, да, в 90-е. Кстати, напишите в комментариях, потому что, насколько я понимаю, мои реакции смотрят некоторые люди, которые как бы имеют более четкое представление о том, о чем, ну, как бы, да, говорится в этом фильме, и они могут, как бы, да, за многое пояснить и все такое. Ну, давайте дальше смотреть. Сержант, я давно не встречала таких мужественных и страстных партнеров по сцене. От вас, знаете, так и веет мужской энергии. Да, началось. Чай организуй нам троим, ладно? Мне кофе. Кофе, актрисе. Идемте, сержант. Короче, дальше ситуация обостряется, знаете? О! Сен қайда бар жатсың? А, жұмысқа срочно бару керек, қас коллегам алып кетеді. Не болды? Блин, бүгін әкен екеуміздің отау құрған күніміз еді ғой. Соған бір жақсылап дастархан жасайын деп ем. Сені көмектесетін шығар десем. Тумам, ренжімеңізші. Бару керек. Құттықтаймын, мам. Жарай, жолың болсын. Маған енді жұмыстан сұрау керек болды ғой. Сен шайыңды ішіп алсайшы, а? Мам, айтып отырмын ғой, срочно бару керек, уақытым жоқ. Менің қызым қандай красавица. Дәл көзім тасқа. Жаным сол. Красавица. Қызым, сен енді жұмыс дей бермей, күйеуге шығуды ойламайсың ба? Ту, мам. Не? Кездестірген жоқ ма әлі? О, келіп тұр. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Салтанатқа келіп едім. Кірсейші. Осында тұра берем.
Жарайды, қазір шығады, е. Салтош? Ау. Әлі кездестірген жоқпын дейсің. Жан-жағанғылай. Да. Қырасаш, тұр ғой. Енді бір, сонда бір әдемі красавчик деп айтам ғой мені бірақ. Жақсы жігіт сияқты ғой, енді. Біз жай ғана коллегамыз. Такое ощущение, да, что серия будет наполнена вот этими всякими там романтическими и любовно-амурными моментами. За 5 лет ты ни капли не изменился. Ты мне льстишь. Я был не на курорте, а на зоне. А там люди стареют быстро. Ну, не знаю. Или, может быть, я просто соскучилась по тебе. И ты в любом возрасте для меня желанный. Ты же знаешь, чем закончатся наши отношения. Мы с тобой 5 раз пытались начать все сначала. Ты такой классный. Что делаешь сегодня вечером? Да, подожди, я что-то не вижу таких слов в сценарии, Лаура. Не пугайся ты так, котик. Этого в сценарии нет. Это так, понимаешь, моя импровизация. Но ты же тоже любишь поимпровизировать на съемочной площадке. А знаешь что? Я, наверное, попрошу режиссера поменять нам сценарий. Ну, вот эти любовные сцены, тем более у меня в жизни. Ну, короче, немного напрягает меня. Не надо ничего менять. Я тебе помогу раскрепоститься. М? Да не, я не бухаю. Не бухаю. Ну, смотри. Сейчас ты попросишь поменять сценарий. Съемки на месяц остановят. Пока там что-то эти сценаристы придумают. Ни у кого зарплаты не будет. Оно тебе надо? Мне тоже нет. Ну, ладно, давай еще раз попробуем. Любовь так любовь. Присоединяйся, да, еще скажи. Заходи. Садись. Что случилось? А. Не ой, сізден бүгін жұмыстан сұранайын деп, 1-2 сағат бұрын жібере аласыз ба? Бүгін Сержан екеуміздің үйленген күніміз еді, соған бір стол жасап, сюрприз жасайын деп едім ғой. Да, конечно, можно. Фотка на столе, да, стоит? Поздравляю вас от своего чистого узбекского сердца. А ты чего не сказала? Я бы тебе помог на кухне. Приготовит праздничный, страстный, нежный, сочный плов. Чего, рахмет? Біздің үйдегілер пловты ұнатпайды. Ет жақсы көреді ғой олар. А, жалко. А так, ты же знаешь, мой казан всегда открыт для твоего плова. Ой, бай. Жесткий, да. Оно, комплименты. Біздің сүретіміз... Не с кем-то. Опа, заметила. А, да, это, знаешь, это... Жанарочка, давай, вместе позанимаемся фитнесом. Чё, рахмет, біздің суретіміз сізге не үшін керек? А, это, как говорится, Жан, знаешь, ну, надежда умирает последней. Сержан көрсе, почтың шарат. Ту, ну прям, ты же мне знаешь, Жанарджан. Жарайды, Бахрам әке. Жұмыстан жібергеніңізге рахмет. А, солнышко, подожди, подожди, солнце мое, ташкентское. Этот, у вас все-таки с вашим мужем все серьезно, да? Конечно, серьезно. Мужчина предполагает.
Принято. Подозреваемого вижу. Даем зайти в подъезд, ждем мою команду и начинаем оперативный захват. Это она все сутенеров, что ли, да? Ловит, походу. Думаю, руководству это не понравится. У нас нету разрешения. Радиоволну не засоряем. Ждем мою команду. Прошу любить и не жаловаться. Всем внимание. Начинаем захват. А вот и экшен, да, подъехал. Нормально. Никогда бы не подумала, что встречу тебя здесь. Надеюсь, ты больше не будешь пропадать годами. Завтра наш ужин в силе? А это мой номер телефона, если вдруг ты забыл. А я смотрю, ты не забыла, как соблазнять мужчин. Ну, до завтра. До завтра, котик. Да-да-да, что-то не стоп, то, да? Снято. Эти сцены на не сегодня сержан. Смена закончена. Лаура и сержант, подойдите ко мне. Сам, подойди. Сейчас иду. Ну как вам? Все понравилось? Ну, в принципе, знаете, вот я не вижу между вами химию. Понимаете? Понимаю. Я должен видеть между вами вот огонь и уголь. Вот. Знаете, уголь? Понимаю. Горят же, вот. Я хочу, чтобы вы горели вот. Вот так. Я с удовольствием останусь отрепетировать с сержаном наши любовные сцены. Может, завтра все-таки отрепетируем, а? Мне уже домой пора. Ну, сержант, знаете, вот во всех криминальных сценах вы очень, очень органично смотритесь. Ну, в любовных вот не получается, вот. В общем, идите вот к гримерку и репетируйте. Ладно? Come, hide now. Репетировать так репетировать? Интересно, там будут постельные девочки, сцены? Девочки! Это будет вообще трэш, походу. Нам сухой в гримерку. У нас такое пиво. Ну, чё, давай пиво. Тяжела актерская доля, да, походу, прям? Гримерки с красоткой репетируешь. Кто турит мой мисаван? Туф, мам. Ай, ты вот он вас ли? Съем пудрить, ну, таң атқанша түсіру мүмкін. Екі сағат болды ол күтіп отқанымызға. Жеберекті лучше. А то, ну, праздничный ужиндарым, праздничный завтрак болып кетеді. Ладно. Сен такси шақыр, мен торт, жейтін бірдеңелерді салып алып, әкең апарып берейік. Құдай береді. Таң атқаннан бері ештеңе жемеген шығар ол. Болды, болды. Вперед! Ну вы все поняли, да, к чему это? Стене вставай. Можно понежнее, господин майор? Заткнись. Серпаев, девочек в апартаменты, документы по базе проверь. Остальных на допрос. Пошли. Есть. Давай быстрей. Давай, давай, тесь. Понятно. Ну, в общем, получается, когда тебя схватят плохие парни, я, разумеется, приду на помощь. Ты в этот момент будешь связанный и беспомощный. Ты что делаешь? Зачем это надо? Ну, мы же репетируем. Все должно быть по-настоящему. Ну, давай побыстрее. Такой приглушенный свет, да? Романтика прям. Ну, а дальше происходит драка, где парни плохих дерутся с моими, ты тем временем раненый, связанный и беспомощный.
лежишь без сознания. Ну, а я прихожу как истинная восточная женщина спасать тебя. Развязываю тебе руки и вызываю скорую. Но, знаешь, есть одно «но». Че за «но»? Я думаю, сейчас залетит Жанара с тортом. Я сама могу сделать тебе искусственное дыхание. И ты че беспределишь вообще? Ну-ка, снять с меня, говорю. Ты слишком много болтаешь. О! Сейчас его вырубит, походу. Да, ништяк. Мерекен мен козел. Енді үйгі вообще келуші болма. Сен аузында шықсын, алдыға түс. Кеттік. Үздаймын сен. Үздаймын сен аң атқанды. Что это было? Ну как? Мой раскол олса, тавр притонның адресы бар. Сендеш? Ну, мой подельников не сдал, зато 5 адресов дал. Ничего себе, 5? Угу. Так, стопорну, да, по поводу вот этих всех милицейских моментов, да? Такое ощущение, что у них кроме этих, как его, проституток больше в городе ничего не происходит, да? И вот мне еще такой момент приколол, когда они начали захват, да? И подъезжает этот фургон с бойцами, да? И сирена, и как его, и звуковой сигнал, да? Все на полную среди ночи. Ну, короче, чтобы все заранее услышали. Ну, конечно же, так не происходит, да? Черная машина, полностью тонированная, быстро подъезжает, без лишнего шума. Но это я все в кино видел. Я думаю, в таком не сериальном кино, да? Но здесь, конечно же, так, как бы немножко все это так комедийно, что ли, снято. Не знаю, вот такой момент, просто почему-то хотелось с вами о нем поделиться. Капец, ты его присунула походу. Думаю, это дело надо отметить. Я угощаю. Согласна, как раз я кушать хочу. Ну а после обязательно заедем по всем этим адресам. Капец, ты азартная. Обязательно сон-бар будем стол говорить. Конечно. Ха-ха, чемодан. Да, нелегко будет ему. Жанар. Жанар, сен дұрыс түсінбедің. Давай поговорим. Ержан, кіргенім өлмеге. Остан есі ташады екесі сенде, әкең сияқ далаға шығарып жіберем. Айтпа, деме. Ержан, давай, батю впусти. А, Була. Сержант, на в жизнь. Була, брат, можно теперь я у тебя поживу? Какой базар, не было? Хреновая ситуация. Терка с Жанар. Сука. Сука, сука, блядь, шлюха, блядь. Мент ебаный. Че, прям все телок забрали с точки? О, нихера. Ну да. С этого притона всех. На другие точки не тронули, братан? Да сплюнь, блядь, сука, слазишь нахуй. Твои-твои. Серьезно, ребята, да, прямо? Она реально заебала уже. В залупу лезет, прям копает плотно. Ну, значит, сука сама допрыгалась. Опа. Делай ее нахуй. Понял, братан. Вот это завязка, да, на следующую серию.
Я не понял, блин. Что, серия закончилась? Думал, все закрыть, что ли? Сорян, сержант. Короче, ребята, да? Ну, это прямо дикая завязка на 10-ю серию. Походу, она будет очень горячей, и там прям будут такие моменты развиваться. Ну, вы сами все видели. И так они интересно делают, да? То есть, как я уже до этого говорил в предыдущих своих реакциях, то есть, они прямо как бы что-то типа волной, да, играют. То есть, одна серия больше комедийная. Эта серия, девятая, была больше наполнена всякими там романтическими моментами. То есть, как бы, ну, любовная сцена была, как бы, ну, как бы пропитана вся серия вот этим вот моментом, любовным посылом, ну, все такое, ну, вы поняли, да? И десятая серия, там какой-то будет прям жесткий экшен, криминал, разборки, и, скорее всего, сержант там уже врубится, да, за свою дочку, и там будет прям такой жесткий терки, да? Ну, прям вообще, прям не терпится посмотреть эту серию. Мне писали в комментариях, что девятая серия, как бы, ну, немножко так себе. Кому-то она, я так понял, даже не понравилась. Ну, опять же, это делают авторы специально. По моему мнению, они просто хотят охватить больше аудиторию и как бы держать ее. То есть это сериал не только для там, бывших, да, не знаю, бывают бывшими или нет, для бывших братков или там для любителей поржать, да, над какими-то смешными моментами. То есть тут прям вообще все пласты населения, да, если назовем это так, они стараются, режиссеры, сценаристы, короче, создатели этого сериала, они стараются всех как бы захватить внимание и держать, и, ну, я так понимаю, до конца всего сериала. И мне кажется, у них это получается. Прямо, конечно же, эта серия была не такая, что ли, это как сказать... Но опять же, да, в кавычках, интересная. Но в то же время она тоже была прям какие-то такие моменты, которые удивляли, заставляли улыбаться и под конец прям подогрели такой вообще неплохой интерес к следующей серии. Но эта серия была такая немножко, да, лайтовая, но прям это как бы ни в коем случае не умиляет, да, достоинство всего сериала. Вот уже 9 серий я смотрю этот сериал с самого начала. И прямо вообще все очень нравится. Надеюсь, что вам тоже. Напишите в комментариях, что вы думаете по этой серии, по моей реакции. Ну и ждем 10-ю серию. Давайте все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Добьем 3000 подписчиков. И увидимся в комментариях. Всем пока.